И группа атаки. Справа Пулишич, 22-й. Слева Рафаэл Гирей. Дзьоп, номер 36-й, под нападающим. Хендрикс сегодня играет справа в полузащите, 39-й. Мата. Это, естественно, то, что остается с командой, даже все потерявшей. На этом стандарте своим футболистом Андрей и его помощники. Промахнулся. Вот. В этот мяч и отбирают. Мяч хороший, перспективная комбинация. Футболист, который остался в составе Монако еще с тех времен, когда Монегаски выступали во второй лиге и выходили в высшую под указку. Забивают эти команды друг другу довольно много. Андреа Раджи сейчас подключился. А вот и атака хозяев поля первая. Бывает раскрепощена, смела. Вот сейчас раскрепощение приводит к потере обиднейшей. В воду. Но все-таки стараемся двигаться вперед. Эта атака развивается. Софьян Дьоп. Энрихс. Вам. Сохраняют мяч футболисты Дортмундской Боруссии. Сейчас на передачу в штрафную площадь. Здесь в миланский Интер. А Фалькао еще не был готов играть. Вариантов в атаке не было вообще никаких. Внимательно действует Марсель Шмельцер. Хотя подбор. И Тилеманс пытался сделать передачу в воздухе. Проводит Монако, чем начало. Подача в штрафную площадь. Хороший мяч. Забивает уже, кстати, свой третий мяч в этом сезоне. На подаче Тилеманса. И вот снова Глик. Вот эту надежду. Монако. Хороший момент. Тенго. 36-й Дьоп и 39-й Хенрихс. Подарил мяч сопернику. И Гёдзе промахнулся. А вот стенка была могучая. Но, правда, удар точка очень хорошая. Филипп. Между тем, по количеству угловых, Монегаски уже догнали и перегоняют Дортмунд. Высокий показатель. Мы интересовались Ювентус. Хенрихс. Ну что же, Мусаси. Тюрам. Тюрам. Хорошую передачу выкатывает. Тут же под. Юли!